Давайте теперь посмотрим весовой категории свыше 100 килограмм, до 100 килограмм. Путин Максим в красной форме, Россия, чемпион Европы. Лысенко Павел, Казахстан, чемпион мира. Итак, 100 килограмм. Путин Максим, Лысенко Павел. Конечно же, Лысенко Павла поддерживают трибуны. Ну, конечно же, он же борется у себя дома. Анатолий Кантур, Украина. Арбитр данной встречи. Чемпион Европы Максим Путин. И чемпион мира Лысенко Павел. В больших весах удар так удар. Конечно же, да, намного тяжелее, увесистее, последствия могут быть плачевней. Ай-яй-яй. Чувствуют ребята хорошо, красные зоны. Вот, да, хорошо, что сейчас не попал Лысенко Путину в подбородок, поскольку Лысенко уже опустил руки, услышав свисток, точнее Путин опустил руки, услышав свисток, а Лысенко продолжил биться. Это счастье, что не попал сейчас, иначе могли быть последствия. А вот хорошо поймал ногу и встретил ударом правой руки Путин. Переходит на удержание. Держи. Не рискуй, наверное, хотел сделать бы перейти на болевой прием, но в этом случае лучше удержание 4 балла, чем конечно, болевой, который может... в руках. Да, чем журавль в небе. Ну что ж, провел свое удержание Путин Максим. Повел 4-0. Занял, зацементировал за собой центр. Но вот сейчас вот уже Лысенко так старается его так оп-оп с этого центра маневрами своими такими запугивающими действиями чуть-чуть сместить. Сместил с центра. Продолжают ребята, в общем-то, позиционно играть между собой. Играют. Наверное, выжидают, ведь кто-то всегда ошибается. Да. Сапер ошибается один раз, боевой самбист, видимо, тоже. Нравится, что Максим не лезет на рожон. Да? Так сдержанно, все спокойно. Ну да, он удерживает преимущество. У кого хватит выдержки? То есть ребята вот сейчас вот... Ждут. Действительно, да. Меряются выдержкой. И вот обоюдная борьба. Они прямо размен ударами. Отчаянно все-таки Лысенко что-то пытается сделать, но... Было непонятно, то ли подскользнулся Мне кажется, Павел это было Лысенко, походу на раскрутку. То ли, да, возможно, вот такая, да, передняя подсечка с падением. Да, вот такая раскрутка. Но она вот настолько была неподготовленная, что он просто так резко ушел вниз. Завалился. Ну, сложность боевого самбо
С бросками связано, конечно же, с накладками, которые на руках. Не очень, не всегда возьмешь хороший, надежный захват. И вот наверняка сейчас захват хорошего не получилось, и поэтому такой срыв приема произошел. Дорогие слушатели, остается еще полторы минуты. Преимущество пока на стороне Футина Максима. Зрители подбадривают, зал на стороне Лысенко. Надеются и верят. Им понравился удар, который он по внутренней поверхности бедра провел. И даже было слышно, что давай еще раз туда же пробивай. Но Павел стал бить другой ногой. Ох, вертушка рукой. Стал пробивать другой ногой. И Футин его на этом поймал. Замечание за выход за ковер. Получает Футин Максим. Вновь вход в захват через размен ударами, что называется. И вновь вот эта вот раскрутка. Молотком отвечает ему Максим. Опасно все-таки в боевом самбо, потому что в партере можно наносить удары, что очень может закончиться тотально для неких. Фатально. Фатально для некоторых спортсменов. Печально. Печально. Сорок секунд битвы. Остается коленом, пытается пробивать Лысенко. Но далек он был от головы. Да, не получилось. Вышел за ковер. Наступает Футин все равно, последние секунды, он все равно чуть-чуть поддавливает, идет вперед, не отдает инициативу. И, видимо, не отдаст ее. 4, 3, 2, 1. Ну что ж, тоже не менее красивый финал, напряженный такой, достаточно тактический. Футин Максим России завоевывает золотую медаль, Лысенко Павел серебряную, и бронзовыми призерами здесь стали Кундукашвили Надар, Грузия, и Бахман Дёрн, Германия. Приглашаем на сцену победителей и призеров. Весовой категории 100 килограмм. Боевой самбо за ней пошли. Большими девушки, я там салайся. Ну что ж, дорогие слушатели, под бурные аплодисменты выходят чемпионы и призеры по боевому самбо до 100 килограмм. И на пьедестале почета мы видим тройку лучших. Третье места завоевали Кундукашвили Надар из Грузии. Сейчас его будут награждать. И представитель из Германии Бахман Бёрн.
Надо отметить, что Бахман Бёрн уже не первый раз участвует в этих соревнованиях из Германии, и сами немцы очень любят боевое самбо. Второе место у нас завоевывает Лысенко Павел из Казахстана, чемпион мира 2013 года. Но, к сожалению, в этом году на этапе Кубка мира он уступил нашему парню Путину Максиму, который сегодня завоевал золотую медаль, с чем мы его и поздравляем. Достойный был финал. Максим с ним справился. Молодец. Дамы и господа, гимн Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. Просим всех встать. И фото на память.